Привет, друзья! Сегодня я недаром здесь стою, как-то кривой горизонт, у меня, видимо, криво стоит штатив, либо же кривой пол. Я недаром стою возле своих книжных полок, потому что я сегодня решила проверить, насколько хорошо я знаю свою библиотеку. Этот такой вызов придумал зарубежный буктюбер Jessie the Reader. Я его немножечко изменила. Я поудаляла оттуда вопросы, которые не особо подходят нашему, да, книгоизданию, нашим книгам. Чтобы было, мне кажется, немножко интереснее все-таки. Но если вы хотите сделать оригинальный этот вызов, то, конечно же, я оставлю ссылку на оригинальное видео, вы можете переходить и следовать вопросам и заданиям именно Джесси, почему я так сказала его имя на американский манер. Суть этого вызова в том, что ты рандомным образом выбираешь число полки, а потом число книжки. И в зависимости от задания, что-то там рассказываешь про эту выпавшую тебе книжку. А у меня здесь вообще 4 полки сзади вас с мягкой обложкой. Здесь 6 полок в этом моем деревянном шкафу. И, понятное дело, вот то, что вы видите здесь, в этих шкафах 2 шкафа, 10 полок. И, в общем-то, я не знаю, включать ли вот эти вот. Тут 2 ряда книг, в них надо копаться, у меня так мало времени. Наверное, давайте сначала сделаем этот челлендж вот с тем, что здесь. У меня здесь относительный порядок, и все будет достаточно просто находить. А потом, если нам понравится, то мы присоединим в следующий раз вот эти книжки. Будет интересно, потому что там достаточно такие старенькие книжки. Итак, первых 2 задания самые интересные, поэтому я их повторю несколько раз, но они такие самые главные, да? Первое, не читая аннотацию, расскажи, о чем эта книга. Значит, у меня тут 10 полок, и, например, на этой, моей самой любимой, я посчитала 60, по-моему, одна книга. Так что возьмем среднее число 70, я сомневаюсь, что здесь есть полки, на которых книг больше. Так что выбираем полку. Можно было бы и открыть рандомайзер перед съемкой видео. Так, сгенерировать число от 1 до 10. 4. 1, 2, 3, 4. И от 1 до 70. 49. Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков. Фух, мне повезло. А, так, достать я ее могу, потому что здесь не про обложки. Эту книжку я читала даже 2 раза, к своему счастью. Поэтому мне будет достаточно легко рассказать вам, о чем она. Здесь о писательнице, которая как-то каким-то случайным образом списывается с мужчиной, который живет на маленьком каком-то британском острове. И в итоге она с ним начинает очень плотно общаться и узнает историю его и других жителей этого острова во время оккупации нацистами. И пишет потом об этом книжку. Вот, короче, ну, я думаю, тут можно даже не проверять. А ну-ка, почитаем аннотацию. Правильно ли я все сказала? Ох, какая длинная аннотация. В послевоенном Лондоне молодая писательница пытается найти сюжет для новой книги, но об ужасах войны писать ей решительно не хочется, а прочие темы кажутся скучными и неуместными. На помощь приходит случай в виде письма одного свиновода с острова Гернси. Оказывается, даже бла-бла-бла-бла. Короче, вроде бы все подходит. Следующее, давайте еще раз повторим этот вопрос. Потому что он как бы самый важный, да, для того, знаешь ли ты библиотеку или нет. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И 70. 63. Но почему нельзя что-то до 20? Так, 63. Давайте сейчас будем с вами считать. Ич. 63. Магнус Милс. В Восточном экспрессе без перемен. Фух, эту книжку я тоже читала достаточно недавно, в этом году. Ой, вот так давайте. Значит, сюжет здесь странный. Здесь главный герой приезжает на отдых. Какой-то там или городок, или маленькое, в общем, поселение.
знакомиться там с владельцем, что ли, лагеря, в котором он останавливается. Владелец ему дает то одно задание, то второе, то третье, и в итоге наш главный герой оказывается, в общем, втянут в этот лагерь, он уже не может из него выбраться, его импровизированный там недельный отпуск, все растягивается, 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 и в итоге он остается жить в этом маленьком городке. Достаточно прикольная книга, особенно, да, любопытно, как вообще незаметно и для главного героя, и для читателя сгущаются события, и герой оказывается вот уже полностью втянут неразрывно в этот город, в это место, и не может оттуда выбраться. Достаточно жуткая этим книга, особенно еще тем она наводит жути, что как бы очень приближенная к реальности история. В общем, тоже хорошая книга. Фух, и давайте третий раз повторим эту штуку, этот пункт. 10. Ну вот она, нижняя полка, вам она, по-моему, видна, да? Да. 70. 65! Ну почему? Так, давайте, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, два, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, два, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, пятьдесят, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, шестьдесят, раз, два, три, четыре. 5, 65. Блин, это третья часть трилогии Чайным Евеля о Нью-Крабизоне. Я не знаю, о чем в ней. Я знаю, о чем первая книга, потому что я ее начинала читать. Потом я явно устала от фэнтези к середине книжки и прекратила читать. Но книга крутая, кстати, надо будет как-нибудь ее, наверное, дочитать. Третья часть, Железный совет. Ну, учитывая, что здесь какой-то паровоз, и учитывая, что в названии железо, то я так понимаю, здесь речь пойдет о приключениях на паровозе. Очень похоже на книгу «Рельсы» Чайным Евеля. Так что, возможно, это не так. Приключения на паровозе. Действие этого романа, бла-бла-бла. Гигантский мегаполис Нью-Крабизон трещит по всем швам. Его силы истощает война с далекой державой Тэш. Интересно, это не будет спойлером аннотация к третьей книжке? Нет. Книжка не об этом. Какой-то чувак сбежал из Нью-Крабизона и ищет Железный совет, символ свободы на паровом ходу. В принципе, я угадала про паровоз, но действие, походу, происходит не на нем. Короче, не знаю, кто читал, скажите, угадала я с этим пунктом или нет. Все, хватит про аннотации, давайте дальше. Не глядя на обложку, расскажи, что на ней изображено. Так, на самом деле подлый пункт, вроде как ты уверен, что изображено, но когда доходит до дела, оказывается, что очень скользко все. 10. Опять эта полка. Что ж такое? 27. Попроще. Вальтер Моерс, «Город мечтающих книг». Тут все усложняется, точнее упрощается тем, что на корешке продублирована обложка. Но я так на него не смотрела, значит, там горы книг. Посреди этих гор какая-то дыра, наверное. Вот опять же скользкий пункт, я как-то понимаю эту обложку, но я не могу точно ее объяснить. Наверное, горы книг, посреди дыра, в этой дыре глаза. Наверное, посмотрим. Горы книг, посреди дыра, но здесь не глаза, а глаз один. Но я практически угадала. Дальше давайте. Опять 10! Генератор, успокойся, ты заболел. Опять остаемся на этой полке. 34. 2, 3, 4. Обладать. На обладать Антони Байет отрывок какой-то картины. Какой? Боттичелли? Знак вопроса. А? Не знаю. Короче, там девушка в развивающихся одеждах, перед ней мужчина, он на коленях. По-моему, он на коленях. И протягивает к ней руки. Нет. И я помню, что она в желтых тонах. Так что, возможно, на обложке осень. Давайте глянем. Вот опять же, я вроде хорошо знаю эту обложку визуально, но прямо писать ее сложно. Ну, почти.
Женщина в развивающихся одеждах, мужчина лежит на полу, но руки он к ней не протягивает. Ну, в общем, засчитано. А чья это обложка? Тут интересно написано. О-оу. Это вообще, походу, какая-то современная, я так понимаю, иллюстрация. Потому что написано, что взяли ее с Getty Images. Я сомневаюсь, что Боттичелли иллюстрации берут именно там. Ну, облажалась, но не в этом же был вопрос, правильно? И давайте еще раз этот пункт. 10. Фух, 8. Переходим на полку, вот это получается, да? Да, вот эта полка, вам ее видно? Видно. Номер 70. 8, а нет, 34 опять. Александр Кардел. Забыла, как книга точно называется. Это самая отвратительная обложка, наверное, из всех моих книг. Я очень рада, что она попалась в этот вопрос. Там изображено что-то ужасное. Подходит для ответа. Там мускулистый мужик в рубашке. Какая-то блондинка в корсете перед ним. На втором плане прекрасно прифотошоплено, я не знаю что. Что там может быть прифотошоплено? Какой-то город? Ну просто эти мужчина с женщиной настолько ужасно смотрятся на обложке, что взгляд не падает ни на что другое, поэтому сложно вспомнить, что там на фоне. Ну короче, мужчина в корсете, ой, женщина в корсете, мужчина в рубашке. Да, город, вот. Посмотрите, какая ужасная обложка. Как можно было сделать этой книжке такую обложку? И кто бы сказал, что это роман о шахтерах 19 века, которые работали и умирали, о детях, которые в 12 лет, там даже в 8 лет работали на шахтах, умирали от чахотки в самом юном возрасте, просто потому что им надо было как-то кормить всю семью, 25 своих братьев, сестер и родителей. Вот с этой обложкой! Не глядя, назови имя главного героя. Тут сразу провал можете мне записывать. У меня с именами гигантская проблема. Я их даже периодически не читаю. Я визуально запоминаю, как выглядит это имя на странице. Один. И потом его путь. Ич. Баскетбольный мяч вам не надо видеть, который мы положили, чтобы Дживс его не прогрыз. 66. Да ну что такое? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Барбара Пим. О, самое классное в этом всем, что в названии имена главных героев. Джейн и Пруденс. Прием со скатертью. Давай. Раз, два, три. Никогда не подводит. Вот. Джейн и Пруденс. Ну, или Джейн и Пруденс. Так что, фух, пронесло. Пока что я иду достаточно хорошо. Не глядя, назови имя второстепенного персонажа. Тут прям можно сразу ничего не делать, потому что со второстепенными персонажами, ну, прям явная беда. Раз, два, три, четыре, пять. Вот эта полка. С любимыми, кстати говоря, писателями, поэтому будет вдвойне позорно, что я не помню, как зовут главных героев моих любимых книг. 22. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать, раз, два. Сборник Вуди Аллена «Сводя счеты» — это рассказы, поэтому давайте перебьем. 29, значит, это был 22. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Салман Ружди «Дети полуночи» на английском языке. Книжка, которую мне подарила Алия. Алия, спасибо большое. Так, я эту книжку не читала, поэтому давайте гадать. Восточное имя надо придумать. Какое-то самое популярное восточное имя. У меня в голове Раджеш Кутрапали. Давайте Раджеш, хорошо. Тут есть Раджеш? Сомневаюсь, что здесь есть Раджеш. Тут есть Падме. Это же тоже вроде как очень популярное имя.
Я бы, наверное, не додумалась. Но Раджеша тут явно нет. Не глядя, скажи, не глядя, угадай, сколько в этой книге страниц. Погрешность в 25 плюс-минус считается. Так что давайте будем гадать. Опять 10. Как любит рандомайзер эту полку нижнюю? 27. Вальтер Моер с 13,5 жизней капитана... Ой, меня не было видно. Капитана по имени Синий Медведь. Ой, чуть не заглянула по инерции. Но в этой книге я помню тонкие листы, поэтому ее объем не должен вводить в заблуждение. Тут может быть страниц около 400. Но я думаю, до 400 не дошло. Давайте 370. 560. Прям даже 570. Прям даже не близко вот вообще. Давайте еще раз. Мне понравился этот пункт. Забавный. 4. 16. Фенни Флэг. Рай где-то рядом. В мягкой обложке. Вот здесь должно быть, я думаю, как раз-таки где-то около 350. Но тут тоже очень тонкие листы, а книжка достаточно плотная. Ну давайте. 310. А, опять не угадала. Ладно. Следующее. Не глядя, скажи, где происходят события в книге. 5. 55. 5. Человеческий крокет, правильно, 65? Да, человеческий крокет. Блин, а вот я, кстати, не уверена. Это ж книжка, типа, как магический реализм, правильно? Значит, в ней место происходит где-то не в самом прозаичном месте. Я бы предположила, что это какая-то... Английская, наверное, деревня, может, какой-то английская глушь, в общем. В особняке, выстроенном на месте усадьбы старинного аристократического рода Ферфакс. А где находится этот этот особняк Арден, выстроенный на месте усадьбы старинного аристократического рода Ферфакс? Но это, вероятно, Англия, правильно ж? Жители Лита. Вот здесь население Лита. Ну, я так понимаю, да, это какая-то английская глубинка. Фух! Так, дальше. Не глядя, скажи, есть ли у глав название или просто цифры. Заковыристый пунктик, заковыристый. 7. На этой полке мы еще не были. Отправляемся в путешествие. Уи! Ой. 22. Раз. А, нет, мы на этой полке были. Лодка и я. Есть ли у этой книги, в книге у глав название или просто цифры? Проблема в том, что это, походу, уже сборник рассказов. Так что, ну, наверное, есть название у рассказов. Правильно, 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 правильно. Да, это сборник рассказов. Не глядя, скажи, есть ли на обложке отзывы других авторов. Тоже заковыристый пункт. Пошли заковыристые пункты. Там были вообще супер заковыристые какие-то странные. Я их включать не стала. Я думаю, Джесси меня простит. Номер 2 полка. Вот на этой мы еще не были. Вот это. Вам ее полностью видно, да. Номер книжки 53. Раз, два, три. Да, 53, я уже забыла, блин, да, 53. Лето целого века, Флориан Иллиес. Вообще, Адмаргинем издательство славится своим минимализмом. Поэтому очень вряд ли, что там будут какие-то отзывы. Ну, обложка и задняя сторона обложки, они как бы тоже считаются. Так что вот впереди точно нет, а насчет задника я не уверена. По-моему, там даже что-то было. Ладно, скажем, что нет.
Па-п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 а. Ой, блин, есть! The Guardian, The Daily Telegraph и Die Welt. Die Welt. Но это не другие писатели, но я думаю, как бы периодические издания тоже считаются. Ну, блин, я ж помню визуально, что там пусто прям не было. Чего ж я протупила? Так, не глядя на обложку, скажи, есть ли сзади аннотация? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Опять мы на эту седьмую. И книжка 8. Фух, повезло. Привет, дружище. Кто пришел? Вот кто пришел. Целовать за мной. Уху. Пауза на милоту. Пауза на милоту. В этой серии в покетбуке Рэй Брэдбери «Зеленая тень» и «Белый кит» мне попался. В этой серии есть отзывы сзади о аннотации, так что да. Да. Вот. Совсем чуть-чуть осталось. Не глядя, скажи, есть ли в этой книге эпилог. Последняя, опять-таки, 10-я полка. Любит рандомайзер цифру 10. 38. Джонатан Стрэндж и мистер Норрелл. По-моему, в этой книжке есть эпилог. Потому что вроде как там в конце рассказы... А, или нет? Блин, со скатертью тут прям опасно. Ладно, раз, два, три. Почти. Эпилог, 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 эпилог. Да должен быть, я думаю, есть. Нет, тут есть благодарности. А эпилога нет. Пролетела. А не глядя, скажи, есть ли в этой книге пролог? Полка номер 7. Вот. 44. 100 лет и чемодан денег в придачу. Пролог. Пролог. Я думаю, нет. Книга прям сразу начинается с того, что главный герой, дедушка, который празднует свое столетие, выпрыгивает из окна дома престарелых. И как бы потом начинается история, точнее, продолжается история. Так что здесь нету никакого вступления. Здесь прям сразу начинается книга. Так что нету здесь пролога. Фух, нету. Глава первая. А дальше. Не глядя, скажи, есть ли в этой... А, не глядя, скажи, в каком году издана книга. Последний вопрос, достаточно любопытный, на мой взгляд. Потому что я всегда обращаю внимание на то, в каком году издана книга. Интересно, запоминаю ли я действительно это надолго. Полка номер 3. Вот мы на ней ни разу не были, это хорошо. Уже коленки болят сидеть возле 10-й полки. Так, 14. Ура! Камило Хосе Села, Улей. Надо тебя как-то достать. Конечно, эти стопки, они красиво смотрятся на полках. Мне очень нравится, но доставать книжки снизу, это прям какое-то сплошное мучение. Раз, два, три. О, так. Улей. Это старая серия. Мне кажется, где-то 2015, 2014, где-то так. 2000, я помню, наверное, 15-й, давайте скажем 15-й. 2010-й, воу, ничего себе, такая старая. Давайте еще раз, мне понравилось, давайте еще раз. Опять 10-я полка, да что такое с этой цифрой 10? Давайте поставим рандомайзеру от 1 до 9. Надеюсь, вам не слышно, как у меня бурчит живот, я очень хочу есть. Номер 7, опять. Это что такое? 9, фух. Далеко за полночь. Рэй Брэдбери рассказы. Сборник этот сам не настолько... Блин, как стать? Сборник этот сам не настолько старый. Мне кажется, он вышел недавно. Год, в году так, в 2000, может, 16-м, может, 17-м. Нет, мне кажется, даже раньше. 17-й, 18-й, вот так. Давайте в 2018 скажу. Уху, Москва, 2018. Ни хрена не видно, потому что не в фокусе. Но можете посмотреть там, не знаю, где-нибудь. Я, может, потом сделаю подсъемку, если я успею, мне не будет лень.
где я все доказательства этих пунктов привожу, но, скорее всего, мне будет лень, так что не сильно ее ожидайте. Все. Вот такой вот замечательный вызов получился. Мне очень понравилось даже. Было весело, действительно. И результаты оптимистичные. Все-таки я достаточно хорошо знаю свою библиотеку, так что как я могу не знать то, что люблю больше всего? Пишите, если вам понравилось, и вы хотите повторить, включая вот эти старые полки, на которых лежат достаточно старые книжки. И вот там может быть очень все печально. Все, если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк, я буду очень рада, и мой живот будет очень рад, что он не зря терпел. И напишите в комментарии, хотели бы вы увидеть еще раз такой челлендж. Спасибо большое за просмотр, я пошла есть. У-ху-ху. Пока.